Друзья, привет! Я опять в ленте. Хасанская, Санкт-Петербург. Покажу сегодня трикотаж отличного качества российского производителя с мумитроллями и с Микки Маусами. И детская, и взрослые пижамы, футболки, носочки, трусики. Все-все-все есть. И все с такими символами. Приятного просмотра. Классные. Так, по карте 930. С длинным рукавом такой начес. Ой, читайте состав, мне не видно. Хорошие, толстенные. И маленькие есть. Так, на какой же тут рост-то? На 1.04 м. Это что, это футболочка для мальчиков, девочек. 339 рублей по карте. Тоже размеры от 98 до 152 сантиметров. 100% хлопка. Косичка из хлопка. Вот такая с длинными ручками. 500 рублей. Сделано в России. Так, а такие же черные есть. Вон такая с длинными ручками, классная. Из толстого хлопка. 500. Шопер. Темно-зеленого цвета. 150 рублей по карте. 40 на 40 сантиметров. На девочку до 152 сантиметров. 280 рублей. В таких коробочках. Здесь беленькие есть. Вот такие. В основном беленькие. А, вот вижу еще. И голубые трусики. Так. 100% хлопка, сделана в России. Красиво. А вот розовые есть. И такие вот темно-синие. На мальчиков трусы-боксеры подороже. Да, тоже до 1.52 м, 320. Вот такие прикольные есть рисунки. И есть плавочками. 352. Вот. 340. 100% хлопка. Беленькая. 340. Так, штанишки утепленные. 870. Такая-то пижамка 909. Футболочка и прикольные штаны, прямые брички, до 1.52 м. А это что? Это футболка на девочку длинная, вот такая. 340, 100% хлопка. Вот такая футболочка, 809 рублей. Вот такая тоже, смотрите, классная, 809. А, это даже пижама с шортиками. 809. И здесь шортики. Классно. Футболочка есть. 340. Так, это джемпер утепленный. 709. 98 метр 52. Немножко утепленный. Толстовка с толстым начесом. 930. Сама бы носила, но коротковато. Рамка, футболочка и брючки прямые. Тоже хлопок. 909. Вот такая. 1322. Это женская, так рост не вижу. Вот с такими прямыми штанами, но это на высоких уже, на нас, на женщин. Вот такая классная. 1322. Приятный хлопок очень. Какие колготочки, 303 рубля по карте. Колготки детские, 80 хлопка, 15 полиамида и эластан. Сделано в России. Очень плотные,
Так, это уже женские. До 42 до 54 размера. 514. А вот такая футболочка. Да, это футболочка. Классная. 504. Сорочка такая длинная. Домашняя. 587. 42-54 размер. Очень хороший хлопок, приятный. Есть вот такая еще. Смешной вяжет чего-то. Так, черная футболка. 514. Так, а это что у нас? 1175. Шорты. Такие длинные до колена. Всегда живи настоящим. 514. Что? Ага. Домашний костюмчик. Брючки черные, прямые. И футболка длинная. 1322. Вот такая еще. С пижамой. А здесь штаны цветные. Футболочка взрослых. Классные. 1395. Вот черная. Мне не идет черная. Хлопок с начесом. Толстенная. Купила себе белая. Вот такая толстовка. Толстая с начесом. Так. 70 хлопка полиамид. Толстенные. Берут хорошо, кстати. 1395. Футболки с длинным рукавом. 95 хлопка и 5 эластан. Она плотная, без начеса. Так, стоит 1175. Такие есть еще бирюзовые. Ой, какая красота. Пижама опять. Микки Маус с шортиками. 1200. Это что? А это просто футболочка. Сколько? 520. Все разные. Классные. Пижама есть 1400. Вот с такими штанами Микки Маус. А это утка. Утка. Так, Микки Маус 1200 с шортами. Вот такая длинная рубашка. Футболка 600. Так, шортик. Ценник показываю уже. Где носки нашла? Красивые, классные. 168, Россия. 23-29. Так, 80 клопка, полиамид у вас там. Вот такие еще есть. Женские слепоны. 352. 92 хлопок у вас там. Мужские трусики. Боксеры. 92 хлопок у вас там. 396. Расцветок много. Еще носки. 168. О, а это толстые носки. Толстенные. 179. 25-29. Такие зелененькие. А вот все серые вижу. Классные. Нашла. Так, это тоже трусики, боксеры мужские, трусы женские. Трусы 350. Топ женский. 500 рублей. Смотрите, вот всякие. А это наборы трусиков. Три штуки для девочки. 800 рублей. Вот, смотрите, какие расцветки. Классные. Так, а здесь набор две штучки трусиков. А, даже одни трусы для девочки.
Так, 280. Одинаковые все. Вот носки нашла еще детские. 230. Декоративный Дедушка Мороз с елочкой. 300 рублей по карте. Со светодиодной подсветкой. Вот такая фигура новогодней земли. Лес в раме. 18×18. Тоже подсветка. 600 рублей. Такой объемный. На двух батарейках работает. Видите, какие милые. Сувенир новогодний на деревянной подставке. Ножки металлические, в шубке. 150 рублей. Есть белый и вот такой розовый. Олень. Такой сувенирная такая статуэточка. Новогодняя, 19 сантиметров. Мишка с елкой. 400 рублей по карте. Посмотрим. Тут, кстати, хорошие скидки. Так, что к чему относится, не пойму. Так, еле искусственная, 90 сантиметров, 1700 сейчас. Наверное, вот такая вот, пушистенькая. Так, номер 4, вот здесь 4, так. Номер 4, елочка еле искусственная. 210 сантиметров, 110 008. Вот такая. Шишки настоящие. Так, елка номер 2. Где елка номер 2? Вот. Ель номер 2. Искусственная белая. 1200. 320 веток. 80 сантиметров. Она такая пушистенькая, хорошая. Так, елочка номер 3. 2500. Елочка номер 1. Тут разные, видите, елочки есть. 1600, 600, 1000. В зависимости от размера. Друзья, на этом пока все. Спасибо большое за внимание. До скорой встречи и пока.